Я вышел на тропу, на шоссе потоптать асфальт. Ну и заодно поговорить о тех вопросах, которые возникли после публикации эфира на YouTube относительно детоксикации. Чем, собственно, глубокое отличается от неглубокой? Глубокое отличается от неглубокой тем, что удаляются практически все вредоносные вещества из организма, включая те, которые находятся в труднодоступных местах, а именно в костной ткани, к примеру. Весь процесс занимает примерно полгода. Его можно совместить с процессом нормализации массы тела. И это можно, это нужно делать. Именно потому, что висцеральный жир также накапливает токсины. Эти токсины мы с вами получаем в первую очередь из воздуха, еды, жидкостей, которые потребляем. Также токсины формируются, как ни странно, посредством наших мыслей. Цена будет состояние перманентного психоэмоционального возбуждения, негативизма, соответственно, тоже отравляет свой организм, безусловно. Происходит это весьма интересным образом. Поскольку он управляет центральная нервная система, то наши железы выделяют определенные ферменты. Кто-то называет их пептидами, там, гепатидами, разные названия есть. Как хотите, давайте. Смысл в том, что негативные эмоции порождают образование шлаков в нашем организме. Но основные, конечно, вредоносные вещества поступают в наш организм из вышеперечисленных сфер, сред. То есть это воздушная среда, твердая пища и консерванты, которые сейчас используются везде, сплошь и рядом. Ну и, конечно же, это вода. И не надо думать по поводу того, что вода, которая продается в бутылочках, в пластмассовых и даже стеклянных бутылочках, в сетях гипермаркетов, которые принадлежат нашим дорогим друзьям-глобалистам, что там чистая водичка. Водичка специально обработанная и торсионными генераторами, и стероидами, и антибиотиками. Если вы не понимаете и думаете о том, что стероиды и антибиотики – это полезные вещи, значит, вы насмотрелись различных сюжетов, которые показывали по телевидению. Мадам, у нас есть такая Роспотребпозорная мадам. Это в России. Ну, такие же Роспотребпозорные мадамы и месье имеют место быть в разных других странах. Они отравляют воду для того, чтобы внутри человеческих организмов в этой среде хорошо себя чувствовали болезнетворные инвазии. В первую очередь, конечно, грибы. Потому что грибам меньше всего уделяется внимание современной медицины. Максимум, что там слышали, это аспергил, аспергиллез и кандидоз. Вот и это те, кто слышали вообще, а некоторые знают только название молочницы и все. Вот язык, говорит, белый. И там творожки белые. Вот так, молочница. Это грибы. На всех слизистых грибы имеют место быть. Прекрасно себя чувствуют и растут. Им необходимо создавать определенную среду. Поэтому стероидная среда в сочетании с химической жирониной, которая продается в магазинах, еще снижается функция иммунной системы. Нужно снизить функцию иммунной системы, насытить организм фактором,
химической дряни, и дрожжи там у нас растут. Какие хочешь, Микол. Удивляться здесь, собственно, нечему. Ну, а частенько вместе с мехозом, вместе с грибочками, существуют в симбиозе их друзья инвазии другого типа. Паразиты. Если вы думаете, что паразиты – это глисты, то, что вам в школе рассказали, сказали. Заботливый доктор палочкой в жопу лазил за анализами. То вы глубоко заблуждаетесь. Например, малярия тогда. Маленький комарик. Комариха. Потому что жалят на самом деле то и особи женского пола. Когда комариха вас жалила с хоботочком, вот с этим, с маленьким с хоботочечком, внутрь человека попадает. Мы думали, там, может, бактерия какая, лихорадка. Нет, не бактерия. Это, дорогие мои, паразиты. Только ой, маленькие, как хламидии. Хламидии же тоже очень маленькие такие, хорошие, добрые. Живут себе там внутри человеческого организма. Размножаются, детей рожают, чувствуют себя прекрасно. Главное, чтобы хозяин их не трогал. А иммунная система была в состоянии супрессии. Вот об этом и заботятся наши друзья-глобалисты. Соответственно, все это в конечном итоге приводит к более скверным последствиям, особенно из-за того, что, еще раз говорю, иммунная система начинает чувствовать себя еще хуже. Потом помогают люди в белых халатах, которые гордо называют себя врачами. Ну как же, надо побольше антибиотиков назначить. И стероидов желательно. А как же это вы без стероидов и антибиотиков? Почему назначают? И по одной простой причине. Там деньги за это получают, а им надо детям бананы покупать. Некоторые из них, может быть, и знают о том, что очень вредные вещества. Ну, а некоторые в большинстве своем даже и не знают. Их так научили. Седомуды и профессора сказали, что это правильно. Вот и этого достаточно. Седомуды и профессора сказали. Если вы будете спорить с седомудом и профессором, это нельзя. Почему, дорогие друзья? Единственная детоксикация сводится к следующим необходимым действиям. Действие первое. Удалить из организма соединение металлов. И не только тяжелых металлов. Алюминий тяжелым металлом не является. Но соединение алюминия вызывает нейродегенеративные заболевания. Такие, например, как Паркинсон, деменция и болезнь Альцгеймера. Ну и не только. Затем, помимо удаления мягких и тяжелых металлов, которые, кстати, изменяют проводимость нашего тела, а выделяются мы состоим из воды в основном, и вода в нас, очевидно, не дистиллирована, поэтому только проводная. Так вот, следующим этапом, после того, как мы очищаем организм, и, кстати, на этом этапе используется тиосульфат натрия, ну, как наиболее быстрый. Хотя можно обойтись и без него. Об этом спрашивали многие. И чуть-чуть позже, сейчас мы коснемся этого вопроса. То есть для начала тиосульфат натрия тем, кто может. Я не буду в очередной раз говорить по поводу того, как не показания. Много раз об этом было сказано. Кому нужно, тот может посмотреть предыдущее видео на YouTube и все узнать об этом. Далее. Следующим этапом необходимо устранить, вывести из организма уже более глубоко все эти вещества, в том числе из костной ткани. Для этого в течение полугода необходимо принимать определенные препараты. Один из этих препаратов – тонбергия, также пшеничная трава. И также будет еще несколько растений. И в ближайшее время, разумеется, я опубликую
очередной выпуск будет на Ютубе и залью в другие социальные сети тоже. Покажу конкретно эти порошки, расскажу, как их принимать. И как они воздействуют. Одновременно с этим необходимо заняться повышением функций иммунной системы. Но до этого необходимо отремонтировать, ну, если вам такое слово подойдет, нормализовать функции, скажем так, лимфатической системы. Поскольку лимфатическая система предназначена для того, чтобы выводить из организма все то, что мы выводим. Поэтому заниматься лимфатической системой, точнее, нормализацией ее функций, необходимо практически сразу же со старта того, как мы начинаем принимать комплекс глубокой детоксикации. Это необходимо делать сразу же. Для этого используются несколько растений. И опять-таки в ближайшей передаче я об этом подробнейшим образом расскажу. Что нужно принимать и в каких дозировках для того, чтобы привести функцию лимфатической системы в норму. Для тех, у кого состояние сосудистой системы не в порядке, необходимо дополнительно записаться на консультацию. Что значит не в порядке, если есть определенная симптоматика? Например, холодеют руки в мороз. Например, есть варикозное расширение вен. Есть геморрой. Все это является очевидными признаками того, что ваша сосудистая система не выполняет свои функции так, как она должна выполнять свои функции. Поэтому в этом случае необходимо будет добавить специальные препараты, нормализующие функции сосудистой системы. То есть ткани, из которых мы состоим, имеется в виду все ткани нашего яйца, и кости тоже, необходимо доставлять питательные вещества в нужном объеме в единицу времени. Для этого должна хорошо функционировать сосудистая система. Из наших тканей необходимо удалять продукты апоптоза клеточного, то есть когда клетки умирают, они обновляются. Нужно вовремя все удалять, а также те вещества, которые накоплены в этих клетках, о которых я сегодня уже говорил. Они связываются, то есть это свободные радикалы, они связываются антиоксидантами. И дальше через лимфатическую систему они выводятся. Это пот, кал и моча. Ну, кто-то еще, может быть, будет харкать. Это туда же можно добавить. Помимо всего того, что перечислено, как я уже подметил ранее, необходимо начать восстанавливать функции иммунной системы. Безусловно, для этого необходимо принимать определенные препараты, я о них тоже расскажу, которые в определенной дозировке будут медленно и уверенно поднимать функции иммунной системы на тот уровень, на котором клетка должна нормального индивидуума функционировать. Поэтому комплекс включает в себя целый ряд препаратов, которые принимаются в определенное время, в определенном расписании. Что необходимо подметить? Друзья, если индивидуум думает по поводу того, что он может очистить свой организм от всего, не прекращая жрать ту срань, которая привела его к этому состоянию, то такие индивидуумы очень глубоко заблуждаются в своих размышлениях на эту тему. Поэтому первое, что необходимо сделать,
это понять, что вам предстоит изменить свое отношение к себе. Вам предстоит посмотреть, что вы кушаете, что вы пьете и чем вы дышите. Постараться максимально создать себе ту биологическую среду, которая позволит вам не потреблять больше те ядовитые вещества, которые привели ваш организм к тому состоянию, в котором этот организм на настоящий момент времени находится. Если, конечно, у вас все в порядке, то вам, в общем-то, и сегодняшняя передача не особо нужна. В ближайшее время, разумеется, будет передача по этому поводу. И в составе комплекса детоксикации, как я уже рассказал, есть и тиосульфат. В составе комплекса для детоксикации также будет и другой препарат, который называется медный купорос. Тут произошло очень интересное событие недавно. Тетя Куи, я ее так зову, прислала мне интересное видео. Есть в Таиланде такая женщина, которую, кстати, показали по телевидению. В России такого хрен показывают, конечно. Да и в других странах, я думаю, это уже не покажут. Ну, это я думаю. А там кто его знает? Она прям показывает конкретно, к ней приходят люди с дефектами опорно-двигательной системы, с критическими заболеваниями мышечной системы, не разгибаются руки, не двигаются суставы, не разгибаются пальцы, скрюченные руки, ноги, голова повернутая, которую человек развернуть не может. Это очень интересно, то, что она делает. Она танцует шаманские танцы. Тут народ весь этот собрался. Прямо на улице все это происходит. Конкретно подходит к человеку, которого родственники там привели. Берет за руку, которая не разгибалась. И разгибает. И у человека начинает работать рука. Ну, как Иисус Христос прямо, да? В этих сказках относительно того. Чудеса, да и только. Поэтому я попросил у тети Пуи адрес. Мне очень интересно съездить и посмотреть лично, как это все происходит. Вот в ближайшее время, как только адрес получен, съезжу, посмотрю. Думаю, что если никто не будет против, ну, если кто там, то, конечно же, я возьму с собой видео, сделаю при помощи стрима, и все смогут увидеть, как это происходит воочию. В общем-то, что такое возможно, мне не вызывает совершенно никакого сомнения. Потому как мы с вами находимся в компьютерной симуляции. Я об этом много раз говорил. И здесь нет невозможных вещей. Единственное, что здесь невозможно, это те, кто не знает как. Вот у тех все и невозможно. А у тех, кто знает, все возможно. Но далеко не все делают то, что могут. Потому что некоторые боятся, а некоторые знают, что им не положено это делать. А некоторым зеленый цвет дают, и они делают. Ну, до той поры, пока их самих не уделывают. И кому они стоят вперед. А все воля Творца, соответственно, имеет место быть. И на тех, кто делает, и на тех, кто уделывает. На все воля великого архитектора. Мы не можем тут судить. И если судим, то будем судимы. Если наблюдаем, ну, слава Богу. Независимое суждение, непредвзятое суждение всегда полезно. Дорогие друзья! У каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Я сейчас в Сьерра-Леоне, это Западная Африка.
И как раз вы начали отвечать на вопросы. Здесь малярия имеет место быть. И вот я стараюсь спать под сеткой. Вопрос. Это малярия, это тоже какие-то, ну, скажем так, паразиты, назовем их так? Это не какие-то, а вполне конкретные паразиты. Это протозоозные инвазии. То есть это очень маленькие говнюки. Очень маленькие, но это паразиты. Вот я приехала в Сьерра-Леоне, здесь уже я 15 дней. Я взяла с собой медный купорос чистый. Скажите, пожалуйста, если вдруг у меня начнется вот эти... Я стараюсь закатом солнца быстро залезть. Нет, не нужен вам медный купорос. И если вы будете... А как же местные люди-то? Вот те, которые там живут, они же бедные, несчастные. Все, наверное, уже переболели, да? И не по одному разу. Но их так легонечко потрясывает. У них, видимо, уже третье, пятое, какое, 25-е поколение. И они, у них иммунная система что-то, видимо, выработала. Потому что я вот я остановилась в семье. Это Сьерра-Леоне, самые настоящие африканцы. В очень глухой деревне. И я вижу у них старший сын, который вот его потрясывало, он день полежал два, и пошел, он работает, перевозит на мотоцикле туда, пассажиров сюда, и он пошел на работу. Потом я связалась с госпиталем, который построили Судан и Кувейт, по-моему, так вместе. И там очень много вот местных жителей. Это благотворительный госпиталь. Местные жители лежат в палатах под капельницей, которой, ну, уже совсем им плохо. Тогда им ставят капельницу. Вот я себе хочу просто узнать эту информацию. Если вдруг комарик меня укусит, какие, ну, скажем, хотя бы первые... Конечно, я стараюсь не ходить, закатом солнца начинается, комары очень активны. Поэтому я только в 18.45, я уже под сеткой, потому что в 19 закат солнца. Страна вообще очень интересная, необычная, но вот малярия здесь имеет место быть. Ага. Ну хорошо, отвечу на ваш вопрос, если вы закончили, да? Я хочу узнать, мне что-нибудь случится, если что. Я взяла зеленку, марганцовку, вот такие, медный купорос. Если у меня начнет меня потряхивать, что вообще, есть смысл чего-то начинать или все-таки полностью переболеть этими инвазиями? Из того, что вы перечислили, вам ничего не потребуется. Из того, что у вас есть в наличии. Поэтому я вам сейчас скажу, что вам потребуется. Да, хорошо иметь при себе следующий препарат. Первое. Это ивермектин. Юлечки. Дальше. Андрографис метельчатый. Желательно экстракт. И еще один препарат. Клинокантус носатый. Я потом переслушаю и запишу, потому что я сейчас, вы сами понимаете, что интернет здесь тоже не важный. Я потом переслушаю и все запишу. Эти показатели. Да. Хорошо. Значит, как принимать? Вы принимаете, если вдруг случилось вот это безобразие под названием малярия, то вы начинаете каждые 4 часа принимать по 2 грамма андрографиса плюс 2 грамма клинокантуса. Это вы принимаете для того, чтобы решить задачу с основными параметрами, с основными инвазиями. Помимо этого, нужно будет раз в день, через день, принимать по 0,3 миллиграмма на килограмм веса ивермектин. Ну, у всех вес разный, поэтому нужно будет сделать расчет. Сколько миллиграмм? Да. В среднем получается где-то на 60-килограммового человека. Сейчас скажу, сколько. Я 72. Я чуть крупная такая девочка. Ну, хорошо. Давайте вам посчитаю на 72.
Получается 21,6. Это мы делим на 6, получаем по 4 таблетки. А, очень один хорошо. День, я все запишу. Один раз в день, утром 4 таблетки. Приняли, это такая существенная доза противопаразитов. Дальше, если у вас начинается лихорадка и сильно повышается температура, до 39 сбивать ее не надо в случае малярии, потому что это естественная реакция организма, который, собственно, борется с инвалидом. Если температура зашкаливает за 40 и выше, то в этом случае вы начинаете принимать следующий препарат. Называется Five Fruits, то есть 5 корней. 4 таблетки, это прессованный порошок. Плюс к этому еще 4 капсулы, которые называются антипиретик. У Юли тоже это есть. В антипиретике 10 растений в общей сложности. Вот эти два препарата в сочетании очень эффективны. Вместо всяких разных там парацетамолов, анальгинов, там гернизинов и так далее. Вот химию кушать не надо. Вот это будет не просто снижать температуру и убирать лихорадку. Это, ко всему прочему, будет еще и являться терапией. То есть оказывать целебное действие на организм. А не только убирать и разжижать кровь. Вот вам простой рецепт. Еще я обязательно все запишу. В тех местах, где вы находитесь, полезно иметь баночку Яхом. Это такой очень интересный порошок, который вам будет просто очень нужен, если вы отравитесь чем-то. Если вы отравились, то вы берете на кончике ножа небольшое количество. Ну, смотрите, максимальная дозировка – это кофейная ложечка, маленькая, детская такая, которыми полотенцев кормят, без горки. Да. Кофейная ложечка без горки. Если сильно пузатый, то можно с горкой. Ну, только с небольшой. Нет, я не пузатая, но 72 килограмма. Ну вот, и это принимается каждые 4 часа. Собственно, отравление прекращается практически в течение одного дня. Вот это хорошо. Очень, очень хорошая информация, и, ценная. Да, ценная информация. И помимо этого, и у меня сразу есть такой... еще такие назальные. Позвольте закончу. Есть такие назальные капли, которые называются NC-153. Вот их тоже желательно иметь в аптечке, на всякий случай. То есть, если начинаются симптомы простуды или закладывают носоглотку, закапываем по 3 капельки в каждую ноздрю. А в профилактических целях, особенно тем детям, которых родители отправляют в школу, вот в времена всякие разные, нехорошие, по одной капельке в каждую ноздрю. Все будут болеть, а дети болеть не будут, у кого по капельке в носике находится этого. Там в общей сложности 10 растений, включая те, которые я перечислил. На сайте там есть какие-то... Еще один вопрос у меня есть. Я хотел... Здесь в белый человек, он уже здесь давно живет, и у него получилась глаукома левого глаза. Может ли это быть от тех самых малярии, которую он переболел несколько раз? Может эти инвазии вызвать эту глаукому? Скорее всего, это косвенно могло произойти, но вряд ли. Косвенно. Тем не менее, если у человека глаукома, у нас сейчас опубликован терапевтический комплекс для терапии глаукомы и катаракты. Обращайтесь к Юлии. Вопросы ставят. О, спасибо большое. Безо всякой химии. Владимир, расскажите, пожалуйста, а можно вопрос по чистке энергоинформационной матрицы задать? Да, можно.
Да вот вы знаете, там же вот эта соль, которая используется, 12 килограмм, да, за все время, она закапывается под дерево женского рода. Вот, а соль обычно, ну, у нас вот всегда ее использовали, если хочется какой-то сорняк искоренить, ну, такой, не просто сорняк, а какое-то дерево, которое вот надоело на участке, или там какой-то куст такой вот активный, подсыпалась соль под корень, и от взаимодействия вот этой соли дерево в итоге погибает. И у меня вот в связи с этим вопрос, мне вот, я просто боюсь, чтобы я, не дай бог, дерево не повредила, мне прямо как соль сыпать под дерево, здоровое. Вот мне какое-то такое, знаете, ощущение, что я что-то плохое делаю, и как бы дереву от этого не было плохо. А если это под одно дерево 12 килограмм соли насыпать, оно не умрет от соли, это дерево? Вообще-то ни у кого не умерло пока. Но если, да? Конечно, вы какой-нибудь ядовитый, ну, с гербицидами соль, будете сыпать. Нет, обыкновенная. Вопросе... Ну, я не знаю, в магазине которая, может, она ядовитая, я не знаю, обычная. Да, это... Вы не сыпьте вокруг дерева, сыпать не надо. Вот это точно делать не надо. Вокруг. Вот, где-то поблизости, одну, да? Одну ямку выкопали, там, ага, на расстоянии, ну, скажем, там где-то полметра. Вот туда и сыпьте. А вокруг дерева не надо все посыпать. Ага, все, а, поняла, все в одну ямку. А если это, например, вот у меня растет там несколько осинок, я ж могу, не обязательно ж под одно, можно ж там 2 килограмма под одно, 2 килограмма, например, по другое, так можно? Лучше выбрать одно, какое-то, да, конкретное дерево и с ним побеседовать, потому что оно является ретранслятором. Да. Ага, так, поняла. Теперь вот смотрите, а которые огарки, которые не от рабочих свечей, ну, рабочая, вот, которая в дар, а именно обычные, которые в соли стоят, их тоже вместе туда с солью закапывать? Туда же, да? Так, а когда, а в конце, а уже в самом, куда фотографию девать? А что, вы не прочитали, что ли? А там не написано, куда ее деть надо, в самом конце. Очень уже странно, очень нет, странно. Вообще-то я это описывал. Ну хорошо, я повторю просто сейчас. Вы ее либо сжигаете и развеиваете пепел по ветру, либо в белую холщовую ткань и до следующего раза. Ага, ну можно сжечь и по ветру развеять, да? Так, можно. Да. А еще такой вопрос. Вот я начала делать эту чистку. Значит, две свечи. Одна у меня золотая толстая свеча, вторая белая. Но они разных производителей, ну, потому что золотую пришлось поискать. И получилось так, что та, которая белая, она нормально горит, все, ничего. А вот эта, которая золотая, вот она в процессе горела, вот она немножко, ну, видимо, из чего сделана, там как бы состав вот этот все. Она горит, потом затухла. Я ее заново зажгла, и она вот так в процессе затухала, ну, раза три, наверное. Но я ее в итоге всю сожгла. Ну, это нет? Хорошо, что вы это... Это бессмысленно. Значит, нужно, да, взять обычную белую, если у вас золотой свечи нету, возьмите фломастер, возьмите обычную белую свечу, угу, сделайте из нее желтую. Вот и все, угу, фломастером. Вот, общем... вот такие... Подождите, пожалуйста, не перебивайте. Угу. Такие варианты, как вы рассказали, чаще всего они связаны не с тем, что свеча плохого качества. Как, угу, правило, свечи все горят нормально в большинстве, угу, случаев. Это связано с тем, что имеются некоторые сложности в самой энергоинформационной структуре. Именно, угу, поэтому, когда свеча тухнет, это есть указатель относительно того, что нужно сделать все более тщательно и более правильно. Ага. То есть заново начать весь этот процесс на 36 дней заново тогда, да? А сколько прошло-то уже? Ну, неделя. Значит, 9 дней вот вы закончите на 9-м дне, и потом, угу, сделаете все заново. Как там же написано, да, по 9. Ну, эти 9 считаются, или мне заново 36 отсчитывать? А вы сами увидите. Во-первых, свеча не должна погаснуть, раз. Ага. Во-вторых, начнут происходить такие вещи, которые вам покажутся более чем странными. Ну, чаще всего так происходит. Угу. Угу. Я поняла. То есть, как пойдет, да? Так, то есть, либо продолжить, да, либо...
Либо продолжить, либо заново, ну как там получится, да? Либо продолжить, либо заново. Соответственно, там будут подсказки. Например, если сейчас вам не звонят какие-то давно забытые люди, не пишут смс-ки, и вдруг начнут писать, звонить или пытаться с вами связаться, значит, что сделали правильно. Угу. И тогда вот эту фотографию, она целая, вы эту же самую использовать, да, после 9 дней, ну, после, когда снова... Да, можете использовать, если она целая, невредимая, то можете использовать. Поняла, поняла. Да, все, так, по этому вопросу все, здесь спасибо. И еще, Владимир, расскажите еще такой вопрос, вот что-то я тут думаю. У нас, я в Белгороде живу, у нас недавно был сильный обстрел, на неделю назад или сколько там дней прошло, вот, там люди погибли. И маленький ребеночек 4-месячный погиб. Бабушка гуляла с коляской, вышла погулять, ну и попали под обстрел, и вот умер этот 4-месячный ребеночек. И я вот думаю, а если бы, ну, если как, когда человек рождается, да, уже все предопределено, там сейчас это точка входа, точка выхода, и я вот думаю, а если бы они все-таки, вот как только у нас начались обстрелы, о, это ж уже не первый раз у нас такое, если бы вот эта семья уехала, ну, хотя бы в Москву или куда-нибудь, как это сделали многие из нашего города, то вот этот ребеночек бы 4-месячный, он что, все равно бы, если все предопределено, он все равно бы умер только по другой причине, по какой-то, ну, может, заболел бы или что-то. Смотрите, вы рассматриваете жизнь в парадигме линейности времени. Поэтому вы думаете, что если что можно сделать что-то, что не, изначально не предопределено. Вот здесь вы, конечно, глубоко заблуждаетесь. По одной простой причине. Потому что запрос на совершение каких бы то ни было действий приходит в сознание индивидуума еще до того, как он начинает думать о чем-то. Поэтому мы не можем сделать абсолютно ничего, включая наш с вами текущий разговор, чего до того, что уже не существует, понимаете? Ну, то есть, как бы тут, ну, в том смысле, что это, если я правильно поняла, что бессмысленный разговор из-за того, что оно все предопределено, и, значит, было предопределено, чтобы они все-таки оставались жить здесь, да? Как случилось, так случилось, да? Все события происходят вовремя и правильно. Размышления о том, что могу пойти что-то как-то по-другому, абсолютно бессмысленно. А выбор-то у них-то был? Вот у всех выбор-то всегда есть? Выбор-то был уехать? Никого нет, выбора нет ни у кого. Да? Есть только иллюзия выбора. Поймите простую вещь. Мы с вами наблюдаем случай, события и размышляем о случившихся запросах в наш мозг. Запрос пришел, мы думаем, что это у нас мысль родилась. Нет никаких рождающихся мыслей. То есть мы смотрим кино в записи, мы не можем управлять этим кино. Мы можем иметь отношение к всем или иным событиям и объектам. Мы можем рассматривать что-то с позитивной и с негативной точки зрения. Но это тоже условно, потому что то, что для вас негативно, для вашего соседа может быть очень даже позитивно. И наоборот. Поэтому можем смотреть противоположности в объектах, и их взаимодействиях, которые являются событиями. Вот когда мы делаем так, непредвзято смотрим и не беспокоимся ни по какому поводу, но предпринимаем все необходимые действия, по факту у нас получается так, что мы предпринимаем все необходимые действия. Тогда мы переходим на те существующие линии жизни, в которых все складывается наиболее оптимально для того, чтобы мы были счастливы. То есть управлять переходом на те судьбы, которые нам наиболее приятны, можно одним единственным способом, то есть не впадать в состояние критического негативизма, как к себе, так и к окружающим. На все смотреть двояко. Смотреть, что в этом хорошего и что в этом плохого. И не говорить о том, что что-то лучше, что-то хуже. Но понимать, что если вам в голову летит кирпич, ну, так случилось. Голову немножко в сторону. И видите, что кирпич мимо пролетел. А беспокоиться по этому поводу не надо. Необходимо посмотреть, откуда прилетел кирпич, и уйти с линии кидания кирпича. Вот и все. Здравие тела и ясности ума.
Аз есть сущее здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.